Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня среда, 11 декабря. Вы смотрите новости на канале Инста-ТВ. В студии Анна Касаткина. Цены на легкую нефть постепенно отыгрывают свои позиции на международном товарном рынке. Во вторник цена на американскую нефтяную смесь марки WTI даже подобралась к шестинедельному максимуму на отметке в $98.73 за баррель. Основным фактором, способствующим бычьим настроениям на рынке, стала публикация прогнозов от организации стран-экспортеров нефти о сокращении добычи ценного углеводорода в ноябре до минимальных значений за последние 30 месяцев. В сравнении с октябрьскими данными, добыча в ноябре сократилась на 193 тысячи баррелей в день. Котировка нефти, добываемой в акватории Северного моря, напротив, испытывает некоторое давление. Цена на нефть марки Brent с начала новой торговой недели торгуется вблизи отметки в $109.5 США за баррель. Причиной неопределенности инвесторов, проявленной во флетовом движении котировки, является сообщение о скором возобновлении поставок нефти из Ливии. Ожидается, что на мировой рынок ежедневно будет поступать свыше 600 тысяч баррелей ливийского черного золота. Это были новости на канале Инста-ТВ. Всего вам доброго и удачной торговли. До свидания.